Вот не хотела снимать, но увидела вот этот странный дом, да, совсем тоже недалеко уже, в общем-то, от нашей железнодорожной станции, от этой Термини, Рома Термини. Основной, кстати, Рома Термини абсолютно рядом находится, видите, с Колосео. Ну, как обычно, дети идут. Прикиньте, да, вот дом лучом, и он вообще весь там просто сыр-бор там, от мира. А! Укололась растением, ребятушки. За свой острый язык получила. Вот. Видите? Дом, да? Просто. Сейчас мы его поближе снимем, там, куда он идет. Просто так отсюда очень видно, да? Как? Лучик, посмотрите, здесь пупки, да? Как видно тоже. Знаете, какие пупки, да? Прям вообще. Бискотто. Бискотто, печенюшки. Ну или даже больше булочки, да? Булочки такие. Смотрите, да? Вообще. Просто. А? Невероятно, да? И таких вот носов кораблей полно, просто полно. Не только в Риме, но и везде. Смотрите, какие-то матроски, да? Знаете? Да? Просто вообще невероятное количество всего. Ну, естественно, там базилик. Это? Естественно, базилик у нас рядом с Рома Термини. Вот улица опять по диагонали, да? А внутри, небось, это вот это вот здесь. Смотрите, окно, да? Что это вообще? На самом этом, на самом носу. А там внутри, небось, большая комната, да, понимаете? Тут тоже, вот смотрите, да? Это все огрызки, да? Стены. А. Анно Домини. Вот тебе и Домини. Это из Сатурния. Знаете, корка нормальная тут есть? Гранитная. Вот. Там небольшая труба с небольшим домиком выросли. Вот где-то здесь этот уже палаццо Массимо, надо сейчас смотреть будет телефоны. То есть вот стена, посмотрите, да? Стена неровная абсолютно. Абсолютно. Там люди идут. Она вся идет по диагонали вот туда, внутрь. То есть от меня налево, короче. Туда, вот вовнутрь как бы. Не знаю, видите вы, не видите. Сейчас я покажу. Видно. Не знаю, видно вам, не видно. Ну как-то сюда не очень видно. Вот когда поднималась, виднее. Вот такая огромная базилика, да? Не уступает, блин, Сан-Петро. У нас. Рядом с вокзалом. Понимаете? Там, короче, 500 метров дают от вокзала. То есть, где-то здесь. Дверь закрыта наглухо. Но вроде как она открыта. Я вспоминаю, что она была открыта. Туда идет все под спуск, да?
То есть под нами точно пустоты, понимаешь? Ну, прям метро же ходит. Когда вот такие вот спуски резкие, это под нами пустоты. А, там вот там уже Рома-термины, видите? Вот. Надо бы нам вот опять, да, дом? Надо бы нам вот там пройти, кстати, я хочу сказать. Там интересней, по той стене. Видите, что значит жара? Пошел на красный свет. Ладно, не успею там пройти. Мне надо просто встать около вокзала и там поставить этот навигатор, блин, куда идти? На это Палаццо Массимо. Опущу. Кстати, вот, видите, одна всего тут, значит, трамвайная линия. И еще немножко трамвайных путей, не огромное количество. Я видела вот около Капитолия. Вот. Согласитесь, для огромного города, да, это странно. Как бы, да, минимум, как минимум странно. Я сожгусь. Пришлось перебежать дорогу. Вот. Видите, опять эти кофе, шоколадки. Так, ну ладно, пока выключу. Сняла. Там потом соединю. Что-то сняла дом, да. Потому что иначе не посмотрю, блин, где, понимаете, этот Палаццо Массимо. Если не выключу. Вот смотрите, как интересно, какие вот бывают вот по этой, значит, по прямой, да, так называемой прямой линии дороги, дорога, стена, линия, да, там как бы. И бывают какие вот, как бы, вроде даже простые дома, да. Это просто стены, ребятушки, если их оголить, они выполняют роль стен. О, дошли мы до стационы. Да, Рим встречает второй раз жарой дикой. Просто. Дикой жарой. Надо все снимать, блин. Потому что здесь все важно. Особенно, ну, кто меня смотрит, Массимо, до цели. Кто меня смотрит, то мои друзья, естественно. Знаю, что мы снимаем все детальки вот эти вот на крышах там. Вот. Так, ну сейчас пойду в этот бар, который был моим баром. Посмотрю, где Палаццо Массимо. Должны же какие-то быть, блин. Что не вижу ни одного указателя на Палаццо Массимо. Вот. Видите? Здесь прям две, да? Две аж линии на узкой там дороге, да, проходят. Около, естественно, около железнодорожного вокзала, потому что это тоже своеобразная железная дорога, трамвай. Мы уже это выяснили. Вот. Фу, короче, ребятушки. Искать Палаццо Массимо.
Палаццо Массимо. Прямо до Массимо. Ребята, это вообще финиш, финиш. Посмотрите, Палаццо Массимо. Я валяюсь. Он просто... У него уже есть миссия, да. Он стоит просто около... Понимаете, Рома-термины, ребятушки. Это очень... Так, ну ладно, раз мы его нашли, вот-вот-вот Палаццо Массимо. Вот, я сейчас тогда выпью кофейку. Пока-пока.